Всем привет, друзья, с вами Шет, и мы сейчас продолжим с вами играть в игру The Long Dark. Ох, в прошлой серии мы взяли, свалились с метровой скалы, и этот чувак меня просто поразил тем, что упал, ну, спрыгнул с метровой с высоты, он вывихнул себе лодыжку. И мы сейчас поэтому немножко задержались на том острове и довольно долго шли, ну, довольно долго будем добираться, скажем так, до дороги. А на дороге сейчас я хочу найти машину, в которой есть ружье. Вот, в принципе, такой у меня план на ближайшее время. Я считаю, что он вполне выполнимый, если там реально будет в этой машине будет ружье, которое мы сейчас идем искать, то это будет very good. И мы прямо, скажем так, в шоколаде будем, потому что сможем отбиваться уже от волков. Сейчас от них отбиваться у нас есть возможность только каким-нибудь факелом. Мы бегаем, блин, с такой палкой наперевес. Чисто, знаете, держать за нее, как за последнюю соломинку, если нас нападут. Так, да ты что, серьезно, что ли? Давай, забор же просто обошел, давай. Так, у нас тут какие-то руины дома. Сгоревшие причем руины. Прыгать мы не можем. Так что забраться в них возможности что-то я не вижу. Ага, и тут двери все, ну и хер с ним. Ладно, окей. Так, прибрежный поселок. Вау, 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 вау. А это выглядит интересно, поскольку здесь есть дом с гаражом, там есть машина. Вау, прикольненько. Ну что, давайте заходим, посмотрим, что здесь есть. АЗС. Автозаправочная станция. Вау, ребята, так это уже... Автозаправочная станция, это уже всяко круче, чем простые дома. Вот тут должно было быть... Тут витрина, короче. Может быть, тут и есть какое-нибудь ружье. Так, может, мы фонарик найдем. Так, топливо для фонарика. Газета нахер. Спички вот я, пожалуй, возьму. А, персики, спасибо. Холодильник. Ну, давайте содовую, что ли, возьмем. Так, выпьем сразу ее. Чего бы нет. Препятствие. Да ё-моё, опять препятствие. Вот вы посмотрите на эту хрень, а. Давай, выпей, давай. Холодильник с содовой опустошили и довольны как слоны. Блин, такое вот препятствие. Нас мучает. Ну ладно, хрен бы с ним. Так, что здесь еще есть? Валеная говядина. Давайте возьмем. И все, препятствие. Оки-доки. У нас перевес, 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 перевес. Чем мы можем выкинуть? Газетный рулон, древесина 0,75 кило, кедровые дрова. Ё-моё, какое все дерьмо тяжелое. Давайте вот газету, блин, выбросим две газеты. Ой, нет, не все, а две всего лишь. Так, и мы должны себе были освободить эти 2 килограмма. Так, будем сжечь спички. О, ящик с замком. Так, вот это уже выглядит интересно. Вот факел, это полезно. Чё, какого хера опять препятствует? Это еще серьезно, что ли? Ну, короче, все, я буду избавляться от лишней ерунды. Так, перчатки выкинем эти. Толстый шерстяной свитер. Я с тобой оставайся. Так, первая помощь. У нас ничего тут нету. Еда и питье. У нас очень много еды, я считаю. Вот непростительно много еды. Ее можно находить довольно легко. Ну, ее можно легче находить, чем мы ее тут, блин, таскаем с собой. То есть мы таскаем ее с собой в огромном количестве. И она просто не нужна в таком количестве нам. Ну ладно, давайте просто будем жрать еду, если у нас будет перевес. Вот патрончик. Ну, слава богу, хотя патрон. От патрона перегруза нету. Так. Здесь у нас что есть? О, аптечка. Ну-ка. Шоколадный батончик. Опять еда. Туалет, тут вода, газета, газета. Окей, тут все не нужно. Я уже прошел, пожалуй, ту стадию, когда я беру все, что вижу. А сейчас мне нужны уже полезные вещи. Вот факел, вот это хорошо. Факел, это всегда хорошо. Так, опять еда. Так, что у нас тут? Вода питьевая, арахисовая паста. Он полкило весит. Жри давай. Питайся. Опять перегруз, да? Что такое-то? Ты куда вообще это все деваешь? Ты что, банки что ли складируешь? Я не понимаю. Вот ясно написано, полкило. А вот полкило мы используем. Вы и так объелись. Ой, ну и нахер тогда. Тогда все то, что у нас в плохом состоянии, все это выбрасываем. Соленый крекер, свинина с фасолью. Блин, слишком много она восстанавливает, оставим ее. Персики 450 калорий, все, нахер вот это оставили. Пожалуй, можно... Огонь, что ли, разжигать уже спокойно? И тратить бревна всякие. Картонные спички, окей. Во! Пригодится для изготовления и починки. Возьмем-то его. Так, давайте сначала посмотрим, что у нас тут все есть, а дальше уже будем выкидывать лишние вещи. Сначала обыщем всю эту заправку. Блин, тут хотя бы что-то есть такое реально еще более полезное? Ружье. Так,
Корзина верстак. Верстак. Кишки? Варежки из меха кролика, шкура и кишки? Волчья шуба. Нифига себе, что-то можно делать. Капкан можно делать. Так, крючок для рыбалки. Леска. Обувь из оленьей кожи. Блин, для всего этого нужны кишки. Инструмент ни одного. Ага. Блин, прикольненько. Так, ладно, давайте корзина, источник питьевой воды. А сколько воды набрать? Нисколько не надо, спасибо. Так. Здесь у нас пусто все уже. Блин, верстак меня, конечно, позабавил. Если мы найдем, короче, кишки, то можно будет что-то из этого будет... то можно будет что-то скрафтить полезное. В принципе, блин, у нас и так одежда есть. Это все, наверное, реально нужно для режима уровня максимального уровня сложности. Может повысить его, даже не знаю. Не, леску спасибо, не нужно. Что-то еще. Ткань. Ну, ладно, возьмем топливо для фонаря. Да у нас фонаря-то нету, блин, дайте мне фонарь. Пожалуйста, а то я хожу как дурак с этими спичками. Жгу их. Так, газета, нет, спасибо. Вальная говядина, спасибо. Ля-ля-ля-ля-ля. Металлолом нет. Опять металлолом. Не, конечно, прикольно, что металлолом. Можем что-то крафтить и все дела, но... Комплект первой помощи, вот это полезно. Вот оно, обезболивающее, вот это важно. Бутылка воды, нет, спасибо. В принципе, все. Так, это мы осмотрели. Это мы осмотрели. Так, у нас еще какое-то помещение есть. Заднее. Вот, ящик с замком. Виноградный этот, нахер спасибо. Джинсы спасибо. Давайте просто сейчас будем еду, короче, приканчивать реально. У нас воды много, там ее аж на 10 килограмм. Зачем ее нам столько, я не понимаю. Давайте посмотрим сейчас, вот еда и питье. Самая обычная вот вода 9,5 литров, но это очень дохера. Ну прямо, я бы сказал, непростительно дохера. Вот мы можем смело 6 литров вот бросить, выбросить. Че, 6 бутылок выкинули, блин, офигеть. 6 кило освободили, и вода у нас по-прежнему есть, и она явно не в дефиците у нас. Так, ладно, вот эти, давайте ящики проверяем. Газировка сами, тут вода, она везде попадается. Газета, спасибо. О, шкафы для инструментов, ну пошли их проверять. Ну-ка. Что-то они какие-то пустые вообще все. Хотя бы фонарик бы нашел. Нет, хер-то там. Ладно, будем спички жечь. А, вот еще, еще один патрон для ружья. Я готовлю все-таки к тому, что у нас будет рано или поздно ружье. Фонарь. Ура! Ура, 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 ура! Фонарик. Снарядить его. И давайте зажжем. Топливо для фонаря у нас есть. У нас хотя бы будет светло. Вот действительно, я не против такого дерьма. Еще он еще и греет, это клево. А по вечерам ходить я не планирую по улице, но вот... С фонарем всяко будет веселее. Так, это не нужно, спасибо. Газетный рулон опять не нужно, блин. Опять. Я, может быть, конечно, зря делаю так, что пропускаю это все дело, но... мне пока не вижу смысла. Бранс поет. Ага, можно поджечь огонь. Слушайте, давайте тогда потушим фонарь, а зажжем вот это все дело. Так, у нас газетный... Вот, труд. Картонные спички, горючее выборочного, керосин, горючее... нет, горючее не нужно. Давайте просто огонь разожгем. Просто, короче, сейчас здесь разожжем огонь, потратим что-то, заодно согреемся и хотя бы при свете уже обыщем оставшиеся. Мне, если честно, хочется просто попробовать этот бронзбой. Вон, навык разведения огня. Его хватит еще на 27 минут. О, да. Ну, давайте свинину с фасолью. Давайте вот приготовим вообще что-то. Что-то из еды. Это, по-моему, клево. Так, открывает. Готовит. Сейчас у нас там, короче, костер потухнет, пока он готовит. Вау, реально готовит, охереть. Ну давай еще томатный суп приготовим. Время, вот приблизительно время горения 17 минут. То есть сейчас вот видите, мы тратим, но сейчас останется минут 5-10. 12 минут осталось, окей. Так, еда ни одного, но в целом больше нам ничего не надо. Спасибо. Так, кровать, можем отдохнуть, но усталости у нас особо нету. Ладно, если честно, довольно бесполезно оказалось. О, прикольно. Фотография, блин, видов наружных. Ну, в принципе, довольно бесполезно пока нам фонарик. И, ну, света много от этого не было, от трансбольта. Так, дверь, это выход, да? То есть все, мы здесь все облутали. Давайте проверим там шкафчик, может быть, мы его теперь сможем вскрыть. Если у нас есть ящик инструментов. Так, где он тут был?
Где шкафчик-то был, который мы не могли вскрыть? А, вот. Нужен инструмент. Вот собака. Так, ладно. А, посылка какая-то. Соленый крекер, еда это. Так, мы тут что-нибудь забыли, нет? О, кассовый аппарат. Чем нашли? Сейчас деньги нашли, да? А, ничего тут нету. Бабло все забрали, когда убегали. Так, ну в целом все, ладно. Если что, у нас тут есть укрытие, убежище, где можно приготовить еду. И где можно как-то, не знаю, переждать ночь будет. Вот будем знать, запомним. Это вот автозаправочная станция. Далее, что здесь машина вот стоит? Может быть в этой машине? Может быть это та самая машина, которая, с которой есть ружье? Ну-ка, что это такое? Ничего, так, бардачок. Бутылка воды нет, спасибо. У нас так ее достаточно. Козырек, козырек. Пара-па-па-па-па-па. Ну, вроде бы все здесь проверили на переднем сиденье. Ничего здесь особо нету. Давайте на заднем посмотрим. Так. Ну и на заднем, мягко скажем, тоже пусто. Давайте посмотрим, может быть багажник можно открыть. О, ствол! Нужен инструмент, чтобы вскрыть. Почему ствол, не понимаю, но это багажник. Блин, можно багажник открывать. Капюшон. Аккумулятор, капюшон, ствол. Лол. Просто угораю с этих, конечно, названий. Ой, а что я сел-то? Вылезай давай. Пойдем в домик, пойдем проверим, что здесь есть. Видимо, это не та машина. Видимо, еще есть какая-то машина с ружьем. Да и вообще, вот эти домики выглядят как-то по-особенному уже. Тут что-то должно быть интересное. Так, тут что, томатный суп, вода. Если что, мы будем знать просто, куда приходить. Это что такое? Лыжная шапка. Спасибо, не надо. Так, тут еще камин, кстати, есть, которым также можно приготовить, наверное, еду и погреться возле него. Кровать, тонкий шерстяной свитер уже есть, бутылка воды. Пам-пам-пара-пам. Ну да, видимо, не густо. Обувь, хлопчатобумажные носки. Можно это разве что пустить, знаете, на предметы. Ну, в смысле, на ткань там. И все. Ладно, окей, так, деревянные спички, спасибо. А горючее вот это нужно. Кальсоны нет, вода нет, с водой у нас все окей. Где аптечка? Что за херня, ванная без аптечки? Эй, да вы что? Вы шутите, что ли? О, факел. Спасибо. Хм. Да, реально, получилось ванна без аптечки. Я думал, этот домик будет более насыщен предметами. А у нас тут лыжная шапка, камин и все в целом. Окей. Ладно, мы, в принципе, проверили. Может быть, я, конечно, дурак и что-то здесь не увидел. Но, по-моему... Ну, по-моему, все уже было. Мы тут все смотрели. Рада, что не осмотрели шкафчики, потому что там будет еда, какая-нибудь еще лабуда. В целом нам пока ничего не нужно. Рада, что набор для шитья был бы нужен и инструменты. Но врыться во всех шкафах ради этого мне лень, честно говоря, сейчас. О, еще одна машина. Клево. Так, вот это, во-первых, ящик для почты пустой. Так, давайте проверим. Капюшон пустой. А, пам-пам-пам, вон там батончик энергетический. Давайте возьмем его. Так, в бардачке что? А, виноградный сок. Спасибо, не надо. Пусто. Козырьки тоже пустые. И на заднем сиденье давайте глянем, там есть что-то вообще или нету. Можно даже не садиться, посмотреть просто. Твою мать, собака. Собака, собака. Да твою, давай, бери инструмент. Инструмент, да факел, факел, факел. Факел снарядить. Твою мать. Что? Еще кто-то. Еще одна псина. Пошла вон. Вон пошла. Вон пошла. Вон пошла. Вон пошла. Пошла, 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 пошла. Че ты ко мне пристал-то? Я ж с факелом. Ты дурака кусок. На тебе, тварёна. 37% теряет кровь. Опа-па-па-па. Это плохо, это плохо, это плохо. Применить повязку. Давай, давай, не теряй кровь. Так, давай. Все в порядке. И антисептиком тоже это все дерьмо обработаем. Все, первая медицинская помощь пройдена. Блин. Вы ж посмотрите, а? На этих тварей. И факел им не страшен. Охереть, просто не встать. Ладно, охотничьим ножом от них хотя бы отбились. Хотя бы подумают в следующий раз, прежде чем ко мне лезть. А, еще одна машина. Мы тут были, да? Да, мы ее облутали. Окей. Давайте проверим вот этот домик оставшийся. Охереть просто.
И, пожалуй, нам придется уже найти место, где можно переждать. То есть поспать и восстановить здоровье. Потому что я не очень хочу сейчас выдвигаться опять к псинам. Тем более база тут хорошая. Пара-па-па-пам-пам-пам. Давайте что-ли выкинем факел, пусть лежит здесь. Так, база здесь хорошая, здесь много чего есть, можно еду приготовить. Это будет всяко лучше, чем шляться где попало, тем более с меньшей половины хп. Так, шкафчик. Пусто. Блин, а чё-то аптечек-то нету, чё за херота? Тут реально аптечек нету, вы гляньте, какие ванны пошли безаптечные, а? Да, не густо. Ладно, что, выдвижной ящик, картонные спички, окей. Так, ладно, давайте факел возьмем, будем с ним ходить. А то он светит просто, я его поэтому положил. Но когда он в руке светит, так это получается лучше. Так, вот и непроницаемый жилет. Нет, не нужно. Что-то бы поинтереснее, если было, было бы здорово. Так, в духовке он что? Да особо ничего. О, жесть. О, банка кофе. Давайте возьмем. Так, ладно, что у нас там по времени? 12 часов дня, полдень. Усталость на середине, жажда на середине. Давайте это все дело тогда... Так, инструмент, одежда. Вот было бы здорово на какой-нибудь хот-бар, но хот-бара здесь, увы, нету. Так, давайте выберем тогда еда и питье. Ну, выпьем, не знаю, выпьем воды. Восполним жажду и пойдем поспим. Ой, я вижу фонарь, кстати. Еще один фонарь. У нас он уже есть, кстати, но... А, что его брать, у нас уже один есть. Так, здесь тоже пусто. Все, пошли спать. Пошли спать и отдыхать. Хотя бы, ну, хотя бы 4 часа отдохни. Боже, надеюсь, он от обезвоживания не станет подыхать. И надеюсь, что это восстановит нам хоть какое-то... хоть какое-то количество хп. Ну-ка. 50% здоровья теперь у нас есть. Оки-доки. Так, ну что, жажда и голод, давайте утолим это все дело. Так, вяленая говядина. Давай, жри. У нас там есть готовый суп, там что-то такое было. Вот, суп с фасолью уже холодный. Ну, давайте сожри его, короче. Восполним полностью хп. Точнее, голода больше нету. И жажда. Опять питьевая вода. Сейчас воду просто нальем в каком-нибудь толчке. У нас тут еще не использованный стоит. Вот, туалет. Взять все. Все, шикардос. И давай спи дальше еще. Время пробуждения. Блин, вот я, если честно, реально сую сейчас куда-то выходить. Днем. Ну, еще давай час поспи. Хоть здоровье восстановить, потому что 50% здоровья это очень мало, ребят. Вот мне сейчас вот две псины на меня напали и... Увы, чуть меня не угрохали. 52%. Ай, видимо, долго здесь нам придется перекантоваться. Ну, ладно. Обычная зимняя куртка. Подход для катания на лыжах. Но бесполезная штука. У нас покруче будет. Какой-нибудь бронежилет бы не помешало-то явно. Так, ну ладно. Что там у нас? Ложись, спи тогда до утра, хер бы с тобой. Вот калории, 500 калорий потратим. Сейчас проснемся посреди ночи, чтобы обезвоживания не было. Попьем и ляжем спать дальше. Тем более время, кстати, идет выживание. Ну-ка. Вот. Так, жажда у нас уже довольно большая. На, выпей сколько тебе надо. И пожри. Обалдеть, я выжил, уже два дня выживаю. Так, он злаковый батончик, неплохо. Сухой, хрустящий. Я не вижу нихера, где кровать. На, ложись. Вот теперь до 7. До 8 утра даже отдыхай. Все. Сейчас он проснется, у него будет полный хп, я надеюсь. И уже будет на улице день, и можно будет выдвигаться дальше идти. Так. Вот, игра сохранена, 100% здоровья. Так, жажда. На, воды выпей. Можно сейчас будет уже еду, кстати. Еды немножко поискать. Что у нас тут, как у нас не дела? А, да не, в принципе, пока вроде бы все окей. Ну, вон, давайте... Персики. Так, сейчас будем уничтожать все с плохим состоянием. Вот, суп открытый. 130. Всего 130 калорий. Да что за говно? Вон, персики наешь. Персики тебя спасут. Так, вот, 450 калорий. Неплохо. Это вообще очень, очень круто. О, это на какую кнопку я сделал?
А? Так вот же хот-бар. Лол, 1, 2, 3, это оказывается хот-бар. А я сижу, как дурак, в инвентаре колупаюсь. Вот же, теперь понятно. Неплохо. Сейчас будет мне играть, а значительно легче. Сейчас я стану понимать, что я делаю и что вообще происходит. Правда, кстати, особого смысла нету от этих фонарей, если они не спасают нас от собак. Если собаки все равно нас нападать пытаются. Вон там, кстати, машина, которую мы еще не проверили. Вон там дом, который мы не проверили. Ох! Ну давай, найди ты хоть что-нибудь тут полезное. Давайте вот сядем уже в транспортное средство, в нем будем сидеть. Так, бардачок. Пусто. Козырек. Тоже все по нулям. Ну что, ладно, давайте посмотрим, что сзади, что в багажнике, что в спереди. Так, тут ничего нету, багажник закрыт. Блин, какой инструмент ему нужен, чтобы это все дело скрыть? Я не понимаю. Да, пусто. Ну и хер с того машинка. Может быть, я, кстати, пропустил ту машину, в которой есть ружье. Вы, ребят, напишите в комментарии, пожалуйста, чтобы я знал, а она есть где-то или нету. Это что у нас такое? Подвал? Вау. А почему зайти в подвал нельзя? Было бы круто, если бы можно было. Так, ладно, вот там дорога наверх. Ага, ну давайте вот этот домик проверим, пойдем по шоссе сходим напрямую, а потом пойдем в горы подниматься. Так, что здесь у нас? Давайте фонарь зажжем, будем с фонарем тут изучать все. О, банка сардин, недурно. Дверь шкафа. Тут что, одежда? Нет, даже одежды нету. Говно шкаф ваш. Так, здесь рулон. На кухне жратва. Лимонад давайте возьмем. Рыться по шкафам не будем, лениво. Так, вот еще банка, корм для собак. Ай, рыться по шкафам не лениво, а корм для собак подбирать и жрать в случае чего не лениво. Ладно, похер. Так, вот. Апельсиновая содовая опять. Че, есть аптечка? Да че такое? Че у вас за дома такие? Да и тебе это не нужно, заставь. А че за дома без аптечки? Вон, давай, набери воды. Все, молодец. Реально, блин, дома без аптечек. Ну это вообще полнейший фейл. Где нам брать обезболивающие, где нам брать повязки? Непонятно, решительно не ясно. Может на кухне, а аптечка здесь стоит? Не похоже. Ну ладно. Так, вот эти верхние шкафы давайте проверим. Их немного. И там может быть что-то осталось. Вон всякие шоколадные батончики. Банка сардин, неплохо. А, пара, ружья тут до сих пор и нету. Вон, еловые дрова есть. Ну тут камин. Если что, короче, оставим их здесь, и за что вернемся. И у нас будет чем разжечь камин. Все, выходим за дверь. И пошли дальше. Так, можно, кстати, погасить фонарик. Ну-ка. Шоссе. Вот оно, дорогое. Пойдем, короче, в ту сторону. Может быть, там найдем машинку еще. Хотя бы одну. Хотя бы одну машину с ружьем. Все, что я прошу, это ружье. Или хоть какое-нибудь оружие, кроме ножа. Че ты бросил арахисовую пасту? Дурак, что ли, совсем? А ну, подобрал быстро. Че, ну... На четверку мы бросаем арахисовую пасту. На пятерку мы ничего не делаем. 1, 2. На 3. Нету оружия. Так, вот сюда. Блин, сюда беги давай. Не, странно решительно. Ну ладно, окей, может быть разработчикам виднее было делать так, чтобы он выбрасывал арахисовую пасту на 4. Может он выбрасывает самое ненужное ему? Не знаю, если честно. Вообще даже не догадываюсь. Так, там олень, там вот этот холм опять. Ладно, что, побежали прямо по дороге, может быть там что-нибудь найдем полезное. Не, конечно, забавно все это здесь сделано. Реально очень приятно выглядит. Бежишь такой по заснеженным лесам, выживаешь в них. Жалко, людей нету, правда. Позитивно настроенные граждане мне бы тут пригодились. Это факт. Ну ладно. Вон там домик, короче, пойдем туда и там уже будем, ребятки, заканчивать. Сейчас главное добраться до него. Интересно, насколько длинное, кстати, это шоссе? Тут может быть... Оно может быть очень большое, так как очень большое, так очень и маленькое. А может вообще замыкается? Нет, замыкаться оно не может. Я, по-моему, начал в начале шоссе.
по-моему. Так, все, ладно, идем вот в эти дома и давайте проверим их. По-моему, мы здесь еще не были. Да, да, мы тут по-любому еще не были, мы до сюда еще не доходили. Прибрежные домики. Прибрежные домики. Окей. Так, на улице ружье не лежит. А то вдруг кто-нибудь бросил его здесь, не? Нет, решительно не лежит. Окей. Хорошо, заходим внутрь, посмотрим, что внутри. Все, короче, в этом домике сейчас будем заканчивать. Сейчас проверим его. Давайте фонарь включим. Что у нас тут есть? Набор для шитья, вот это полезная штука. 5 муляж двери. А, я уже был в подобном домике, я понял. Я понял, почему он мне выглядит похожим. Потому что я уже был в похожем. Так, тут что у нас, тут корм для собак? Нет, спасибо, оставьте себе. Так, еще один фонарь. Кстати, а фонари, интересно, они становятся хуже или не становятся? Там по состоянию, еще почему-нибудь. Если что, я уже знаю, где найти два фонаря. Так, на втором этаже тоже особо ничего нету. Ну, весьма пусто. О, аптечка, наконец-то. Вот, набор для шитья в аптечке. Кто его туда положил? Покажите мне того дебила. Так, ладно. А, черт, препятствие. Так, ладно, жри давай. Виноградный сок на. Должно сейчас препятствие пройти. Отлично. Ну и все, получается. В этом доме больше особо ничего и нету. Вот, ребятки, наше выживание, в принципе, продолжается. Умирать мы пока не собираемся. Выживаем все дальше. Ладно, на этом давайте заканчивать. Если понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, расскажи о видео своему другу. А в описании под видео есть плейлист, ссылка на плейлист, в котором все вот эти вот, у меня все серии, это All the Long Dark. А там Twitter, Instagram, все дела. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем до новых встреч. Всем пока.